Добрый день. Находимся в парке Дельфин. Сейчас идет такая реконструкция парка. Хотят сделать в этом году суперовский проект. Вот сейчас с пляжем занялись. Вот. Привозят песок сюда. Увеличили вход в воду метров на 7, на 8. Да, Зен? Куча песка понавезли. Дорожку кладут. Вот такие ледяные хлыбы. И все. Ну, говорит, была раньше. Вот отсюда лунь наша. Вот она сюда вот сюда. Вот на 7 метров. Удлинили, не знаю, что тут будет. Столбики лежат. Укреплять, наверное, пирс. Там есть большой для лодок и катамаранов. Вот так вот потихонечку. Зена, иди сюда. Не знаю, только что с пляжем будет делать, закрытая или открытая будет зона. То, что пишет, то, что говорит. Всем погода хорошая. 12 марта. Пошли посмотреть. Так что ждем. Все, пока.